первой серии, там все-таки бетон больше, чем ролики. Вот, что еще? Ну, самые разные, например, там, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказывала мне о том, как она в Москве в 60-е годы, какие привозили эти первые пластинки бетонские, и потом рассказывала, как она побывала на концерте Битлов в 65-м году в Нью-Йорке. Ну вот, к сожалению, там, я честно верил ей, что она это рассказывает искренне, но потом, после проверки, все факты приходится проверять абсолютно. Выяснилось, что она искренне заблуждалась, и потом я ей перезвонил, сказал, что не могло быть, не совпадает даты, когда она была в Нью-Йорке. Битлы в это время на Багамах снимали «Help». Видимо, она была на каком-то другом концерте. Ну, она расстроилась. А, она расстроилась. Я скажу вам такую вещь. В то время все люди, молодые люди, симпатичные, в количестве 4 человек вместе, с длинными волосами и с музыкальными инструментами,